Жители 29-го микрорайона сегодня прислали видео в нашу рубрику «Мобильный репортер». На кадрах фрагмент посадки молодых деревьев. На озеленение вышли активные жильцы 26-го дома. В питомнике они закупили 13 сосен. Деньги на это мероприятие собирали сами. На покупку саженцев потратили 7,5 тысяч рублей. Таким образом, горожане выразили желание жить в зеленом городе.